кинжал зачем носил? Потому что он кинжал носит, я ношу. Значит, мы друг другу ничего не сделали плохого. Это стабилизация была такая, родовые стабилизации. Это будет кинжал настоящий. В советский период нельзя их было делать. Ну, раз я кавказец, жигит, тайком я пытался делать. Но чтобы люди не видели, не показывал никому. В 1975 году я отслужил в армии. И тот кинжал, который я сделал, стоит у меня в комнате, да, заготовка. И сейчас отец меня ругал, он следил за мной. Смотри, тебе, знаешь, что с тобой случится, если увидит кто-нибудь? Во дворе я никому не мог его показывать, гордиться, что, мол, я сделал кинжал. Ну, сейчас, в данный момент, идет нравственно-духовное воспитание, да, молодежи. Вот без своих там обычаев они как будут их воспитывать? Вот мы, с одной стороны, это помощь им, потому что, если взять кинжал, у кинжала своя история. Кто вешает кинжал сюда, он должен быть серьезным парнем. Мы находимся в знаменитом Малхистинском ущелье. Здесь это место знаменитно тем, что здесь очень много архитектурных памятников. Это поселение мы находим по истории его основания где-то с 2-го тысячелетия до нашей эры. Проживающие здесь люди отличались тем, что они исключительно воинственны, потому что находились в высокогорных местах, суровые условия. Климат такой суровый, вот сейчас тучи надвинутся, может появиться и снег даже в такое время. Эти склепы в этом месте, мы называем его мертвый городок, потому что здесь более 42 склепов. В этих склепах очень большое количество останки человека. Этим склепом мы насчитываем здесь до нашей эры начинаются и до последнего 16 века. Чеченцы делятся на 9 тайпов, и они свои веточки и так далее, и так далее. Тайп – это род, вот по характеру, по своему языку, они местности, они отличаются друг от друга, вот эти тайпы. Чеченцы отличаются, как везде, вы сами можете почувствовать. Гостеприимство – это первый долг. Второе, значит, долг чеченца, он всегда должен считать достоинство каждого с другой нации, например, национальности, с другого тайпа. Конечно, воинственность – это в первую очередь, но мужество – это само по себе, потому что горный край вырабатывает у человека мужественность. Мы находимся в семье Янурсаевых. Сейчас хозяйка нам покажет, как делается один из национальных блюд галныш. Это мука из водяной мельницы местной, замачивает эту муку. И эти же галушки как раз и можно с мясом подавать, и без мяса подавать. Наши предки, она знает, сколько знает стариков, вот это блюдо продолжается. Она даже не помнит, потому что старики все время вот это блюдо. Раньше вообще пшеничной муки не было, только на кукурузной. Кукурузная мука – это традиционной едой. Вот, она уже с детства учится делать галушки. Помыла руки, да? В этом бульоне, тем более из-под мяса, жареное мясо, очень даже сейчас. Здесь
всех лекций лес, он с чехлом. Да, уже горячим должен быть. Угол полный горел, чтобы там сразу, чтобы всех начали вариться. Всех юрца, юрца. Да. Всех. Она приготовила сейчас приправу. Большую тарелку, и вот по этой маленькой тарелке можно будет раскладывать. Пока меня так кушают. Да, берешь и вперед. Традиционно наши старики по сегодняшний день руками едят галушки. Вот это кузнечная работа. Если сказать, моя работа, это уже неправильно будет, потому что совместно мы работаем. И можно сказать, работа двух братьев. Липа, обделка, вот эта кожа, натуральная кожа. А это латунь. Но это, вот этот рисунок чисто наш национальный, можно сказать, орнамент. Вот. Клеймо, середине буква М, арабская М. Клеймо в виде кувшина. Клеймо – это мое клеймо, буква М. Мое и брата, вот одно клеймо. Вот мы сделали заточку, но это еще грубая заточка. А вот, вот эта грубая заточка закончится, одну сторону мы сделали. Клеймо поставим и доведем его до конца. Мастера, клеймо мастера. Сейчас добела, нагреем, потом зачем это делается, чтобы металл разошелся. Середины отпущенного оставляем, чтобы не сломался. А режущую часть мы закаливаем. Осторожно. Так. Если мы полностью опустим, ребром согнется металл. Поэтому потихонечку одна сторона, в одну сторону, потом в другую, чтобы ребра не касался вода. Теперь можно... Весь деталь опустит в воду. Нигде не согнулся, прямой, нормально. У нас получился отличный кинжал, 100% закалкой. Сталь тоже режет. Все плакало в этом месте. Тот день, когда нас выслали, это было ужас. Зима. Грязь, зима. А что я? 9-10, я что, бандит был, что ли? Ну, это, видишь, старые времена. Мой дядя уполномочен, уголовный розыск был.
угрозыск был. Отец. Налоговый. Налоговый инспектор был. Дядя тот старший завхозом был. Ну, неужели мы бандиты были? Мы все время, наш род все время работали на советскую власть. А что я? Я ж, мне 9-10 был, нас выслали. Я помню этот день, она никогда у меня с глаза, она у меня не уходит. Да. Когда мы вернулись, я уже женатый был, у меня сын был, дочь был. Я уже взрослый году? Был. В каком году? Это было в 57-м году. В 57-м. Самый счастливый день, наверное. Да. Этот инструмент я изготовил. Кропотливая работа. Играть очень легко, но делать очень трудно. Сделано все по старинной технологии. Ничего здесь металлического нету, кроме этих ладов. Эти лады тоже делали из древесины, из крепкого дерева. Но первый инструмент у меня, где-то я учился где-то в 8 классе, сам. Ну, я давно играю на балалайке, там, тогда балалайки продавались в магазинах. Самому он захотел сделать, и сделал одну в то время. В 85-м году вторую балалайку я сделал, Дечик Пондер. Ну, после развала СССР я взялся за это дело полностью, и где-то штук 10 я сделал. Надо делать потихоньку, не спеша, а то инструмент не получится. Всегда все народы, сильные народы хотели захватить наши вот эти земли, чеченские земли. Не только чеченские, но Кавказ, это как райский уголок был. Поэтому часто приходилось защищать свои земли. Бывало, что уходили, многие уходили, например, Турцию, Сирию, Иорданию после военных действий. Некоторые оставались у себя на родине. И вот эта песня с прощанием с родиной, которые остаются на родине, близкие, братья, сестры. Вот о чем смысл этой песни. Чтобы сохранить нацию, даже можно сказать, сохранить молодежь, набрать силой, уйти, потом вернуться обратно, чтобы снова жить у себя на родине, на земле. Люди сейчас начинают родами объединяться, проводить такие сходы, встречи, чтобы себя опознали, кто из какого рода. Старики, которые в преклонном возрасте, они сюда приезжают, чтобы увидеть свое гнездо предков и увидеть свою родовую башню, родовые склепы. Любое подрастающее поколение, он должен прежде всего гордиться своей принадлежностью тому или иному роду. Этот род потом складывается в национальные отношения, и он должен... Прежде всего, честь беречь своего рода, своей семьи, а тут же все продолжается его достоинство.